Это борьба за контроль секторов. Надо захватить и удержать северный, центральный и южный сектор. А я, ёптыть, не понял за два раза, да, спасибо тебе. Надо сделать в меню какую-нибудь фишку, чтобы можно было отключать этих дикторов. Ну вот я даже не успел поменять! Отлично, ладно, потом поменяю. Атакуем северный сектор. Смотрите, они снова захватывают южную базу быстрее, чем мы северную. Север захватили. Флаг захвачен товарищем, а я как бы не захватил флаг, да? Хорошо поработали! Просто постояли и ничего не делали. Смотрите, они уже захватывают. What the fuck? Ладно, я пошел. Атакуем центральный сектор. Да-да-да, захватывайте, я буду здесь держать. Ложись! Вау, видели, как меня быстро сняли? Здоровье, когда броня снялась. А сколько мне снимали броню? Я, по крайней мере, отвлек их на себя. По крайней мере, кипишить их заставил. Не, они захватили центральную базу. Отлично. У нас команда, видимо, кошерная подобралась. Да, смотрите, нас меньше. На два человека. Ага. И у них уже первая и вторая команда на сервере. Угу. Потрясно. Вроде бы команду вражескую покинули в прошлый раз, но... Ну... Я даже удивлен, кто сейчас выиграет. Ладно, как я жестко подлетел. Где я? Я испарился вообще, меня не существует. Ладно, можно отходить. Ждать можно, можно не ждать. Вау. А, я забыл снова поменять. Класс, да, неважно. Нет, как раз таки поменял. Не видел его, просто наугад стрелял. Я его убил? Или он сам сдох? Кто его убил-то? Что это было сейчас? Ну, пока мы херню маемся, у них очки идут. What the fuck? Что сейчас вообще происходило? Центр захватили. Что было? Помогите, братишки. Хорошо, сейчас покушать принесу. Я честно не знаю, что происходит. Я не знаю, что происходит, ребят. Вот абсолютно без понятия, все. У меня закончилось представление, что это было. Это было много-много светошумовых гранат, видимо. Усиленные выстрелы, получив жопу! Я в него, сука, пуль садил, посмотрите, только мне только помощь дали. А, его убили, ладно. А, свой! А, нет, я, пожалуй, мне двух точек хватит. Там какой-то смайлик, по-моему, был на обойме с усиленными патронами. Я буду здесь стоять, чё вы? Нет, ну ладно, побежим тогда туда. Вообще-то я не хотел перезаряжаться. Игра одновременно перезарядила и дала патроны. Воу, я побежал. Тут нельзя нигде... О, тут можно пройти. Блин, его не видно. Блин, я подумал, что... Выбежали сразу слева, справа, отовсюду. Заклятый враг. Он, наверное, первый у них в команде, да? Я не могу сейчас посмотреть.
статистика. Ну возрождение, я нажал несколько раз возрождение, нет, игра не хочет меня возрождать. Пошла ты в жопу, игра, понятно? Пошла ты в жопу. Сука, можно? Я пошел, побегу справа. Проверю центр. Чё к чему? Вау, вы это видели? Сколько в него патронов можно было еще всадить, а? Да сколько можно? Чё за чушь-то такая? Я у него просто выстрелил ему в грудь, в лицо, во все щели. Столько патронов, что он просто обосраться должен был. Радар противника выведен из строя. Слава тебе, Господи. Везучий говнюк, а? Свой. Фак. Пожалуй, бегу-ка я по зданию. Над вами вражеский БПЛА. Будьте осторожнее. Обломись. Он готов. Операция! Операция по захвату точки! Надо еще наверх сбегать. Что? Пошел нахер! Пошла нахер игра! Это было глупо. Слишком большая отдача. Так, я, пожалуй, сейчас откинусь назад, чтобы возродился. Михаил! Зато мы захватим юг. Атакуем южный сектор. Ну вот зачем? Надо было, чтобы ты остался и прикрыл меня. Нет, ты побежал наверх. Зачем? Ладно. Без гарнитуры, конечно, стрёмно. Без связи. Так бы можно было все распланировать. Светошумовая. Атакуем центральный сектор. Окей. Это свои стреляли, окей. What the fuck? Звездец просто. Так, можно отход делать. Ну, хоть кто-нибудь центра-то начал хватать, нет? Нет, смотрите-ка. Надо бежать с другой стороны. Ну! Опять я в чем-то застрял, а? О май гад, нет, только не это! Зато я прикрыл! Кого только смог. Блин, потом у меня 219 очков, думаю, что? Окей. What the fuck? Пошел нахер отсюда. Я тебя буду сильно патронами сбивать. Охереть! Это он, конечно, отжег. У меня
меня дробан, что ли, есть? Черт, а я не знал. Идем в южный сектор. Ну, мы их поимели. Атакуем центральный. Вот так, мы да. выиграли. Бла-бла-бла. Окей. Народу мало играет. Его уже нету. Я смотрел специально список серверов. Так там заполненных совсем нету. Даже если убрать возможность не показывать заполненные сервера. Народ тупо забил.